Стерлитамак пришла долгожданная жара. Метеорологи сообщают, что до конца недели столбик термометра днем будет подниматься до 32 градусов, ночью до 20. На следующей неделе станет еще жарче, температура повысится до 34 градусов. Сохранится такая погода до следующей субботы. Берегите голову и одевайтесь по погоде. В первую очередь надо, если самостоятельно вы не можете справиться с воздействиями после длительного воздействия солнечных лучей, конечно, в первую очередь надо обратиться к профессионалам, в больницу, к врачам, чтобы оказали специализированную медицинскую помощь, чтобы данный перегрев не привел к различным негативным воздействиям на здоровье самого человека.